2 июля. День памяти бабушки. В это время вот расцвели розы. Очень знойно. Бабушка маме говорила: ты в этот день хоть какой-нибудь пирог заверни. И мама всегда пекла пирог с первыми ягодами. Малина, клубника, смородина. А у меня только клубника и жимолость поспела. Собрала остатки. В это время она сладкая. Ну, уже вся сыпется, больше половины осталось на полу. Тяжело собирать ее. Коты обедать пришли. В тенечек. Зосима, день пасечника. В этот день всегда очень знойно, и в поле выходить не рекомендовали. И правда, очень жарко. Что с пионами делается? Ну, такой запах на жаре. Вишенка еще и не поспевает. Смородина вообще зеленая. А вот второй год замечаю вот такое, что опаздывает. И красной смородины еще нет. Малины еще тоже нет. Яблок и подавно нет. Слава Богу, хоть бузина зацвела. Она не успеет созреть. Но чай из цветочков бузины очень вкусный. Вот эти первые я ставлю на плодоношение. Воздержусь. А вот эти вот пойдут на чай. Пахнут медом. Малина даже на самой верхушке не созрела. Как-то я неправильно поняла это потепление климата. Оно, конечно, среднее годичное, может, и теплее, а по факту все опаздывает. В общем, кроме клубники и жимолости, ничего больше не нашла. Она на солнце не получается фотографии. Испечем из того, что нашли и собрали.